пневматический пистолет от Глетчер, модель TTP. Поставляется в оригинальной коробке. Глетчер, кстати, наверное, одна из самых стильных упаковок. Стандартная комплектация, паспорт изделия, инструкция с картинками на русском языке и гарантийный талон. Также сам пистолет и шестигранник для установки в него баллон с CO2 газом. Сам пистолет является копией отечественного пистолета системы Токарева. Калибр у него 4,5 мм, стреляет шариками, в качестве источника энергии выступает баллон с CO2 газом. Рамка и затвор полностью сделаны из пластмассы, включая накладки на рукоять. Большинство органов управления, допустим, рычаг затворной задержки, просто имитация, он не подвижен, так же как и курок. Из-за того, что курок не подвижен, предохранитель здесь находится с правой стороны, вот он, на том месте, где стоит замок, который необходимо снимать при разборке пистолета. Длина пистолета 195 мм, весить будет 400 граммов. Ввиду простоты пистолет очень доступен по цене. Ну и основной бонус от Глетчер — это довольно серьезная гарантия, составляет она примерно 18 месяцев. Магазин емкостью на 15 шариков, неполноразмерный. Имеется удобная функция фиксации пружины, значительно упрощает жизнь при заправке магазина шариками. Заправляем шарики через специальную прорезь. Теперь установим 12-граммовый баллончик с CO2 газом. Для этого снимаем левую накладку рукояти, горлышком вниз устанавливаем баллончик к клапану и начинаем постепенно шестигранником снизу откручивать винт до тех пор, пока он не провалится в камеру. Как только провалился, начинаем закручивать обратно. После прокола услышите звук, как только шипение прекратится, перестаете закручивать. Пистолет практически полностью готов к стрельбе, осталось установить обойму обратно. Вполне себе средняя скорость, жестяной банки или стеклянной бутылки хватит и 50 метров в секунду. Как раз это, наверное, и является основной задачей пистолета, а именно развлекательная стрельба по различным мишеням. Мы рекомендуем это оружие для новичков.